В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялся праздник «Старый Новый год» для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей Ленинского района. Мероприятие было организовано фондом «Неопалимая Купина» при поддержке районной администрации. Мы вот уже 2,5 года занимаемся, осуществляем программу поддержки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сопутствующими заболеваниями. За эти 2,5 года нам удалось собрать средства на лечение, на реабилитацию уже более 50 детей и молодых взрослых. Все приглашенные на праздник дети могли принять участие в мастер-классах по росписи деревянных игрушек и поделок из бумаги. Каждый мог оставить на большой открытке добра пожелание воспитанникам детского реабилитационного центра детства, который находится в Горках Ленинских. Мы занимаемся вокалом, и мы приехали, мы будем петь песни. Я хочу пожелать детишкам, чтобы у них было здоровье, чтобы они верили в чудеса и чтобы их сопутствовала удача. После окончания мастер-классов все гости праздника переместились в зрительный зал, где началась праздничная программа. Сначала девочки из группы «Хитрек» исполнили несколько песен, после чего театральная студия «Жар-птица» под управлением Галины Глоба показала мюзикл «Дюймовочка». Они еще совсем маленькие, но уже актеры. И я думаю, что они подарят очень хорошие, приятные воспоминания, оставят для детей, которые будут сегодня их смотреть. Вот. Им удачи! Вот что я хочу пожелать, да и всем детям, чтобы они не болели, были счастливы и всегда смеялись. На сцене появились всем знакомые персонажи сказки Андерсена – лягушки, майский жук, ласточка и, конечно, сама Дюймовочка. Судя по реакции зрителей, представление им понравилось. Маленьких актеров провожали громкими аплодисментами. Но на этом сюрпризы не закончились. Несмотря на то, что на календаре уже середина месяца, это был пусть старый, но Новый год, а значит, ни один ребенок не ушел без подарка. Дмитрий Книга, Владимир Андрианов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».